Всем моим зрителям огромный привет! С вами снова я, Юлия, и вы на моем канале. В этом видео хочу показать вам, как я рисую лайм. Кому интересно, оставайтесь со мной. Я перекрыла в один слой гель-лака белого, сейчас перекрываю во второй. И ставлю сушить в лампу. После того, как наш гель-лак подсох, мы берем вот такую вот кисть, ссылочку оставлю в описании. Берем несколько гель-лаков и начинаем первый подмалевок. Ставим в лампу. Когда первый наш цвет просох, я сейчас беру второй потемнее и поярче. Хочу уточнить, что у меня цветной гель, а все остальное у меня гель-лаки, так как у меня такого цвета в гель-лаке не имеется, поэтому использую гель красный. В таком виде ставим лампу. После этого я беру белый гель-лак . Фиксирую несколько секунд в лампе и продолжаем дальше. Лампу. Делаю небольшие прожилочки. Thank you.
лампу, затем добавили немного черного гель-лака в зеленый, немножечко топа, и сейчас делаем тень. Лампу. Затем беру посветлее зеленый и точечно как бы обозначаем пупырышки. Лампу. Сейчас беру вот этот ярко-желтый, зеленый, черный и делаю грязно-зеленый потемнее оттенок. Делаем листочки. Лампу. Лампу. Ставим лампу.
ставим в лампу. Перекрываем топом. Ставим в лампу. Вот такой вот дизайн у нас получился. Если вам понравилось мое видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, ищите меня в Инстаграме и до скорых встреч. Пока-пока!